Друзья, сегодня хочу заменить кольца наулочек. Здесь у меня, как видите, сломано кольцо одно, потом вот на этой удочке тоже два кольца тоже вылетело, внутренняя часть. Так, еще вот на этой тоже эти удочки, вот эти два кончика удочек почти вообще в работе не были. Может, на 2-3 рыбалки все попадали. Как рыбачил я на дамбе, у меня просто пока менял блесна, она скатывалась, и кольца просто повылетали или поразбивались, нет, не помню. Ну, как так. И вот я сейчас прикупил вот такие вот для ремонта взамен. Разные величины, короче. Здесь, как и на конце, можно заменить удочку. Удочки также подобрать можно. Разные. Например, вот здесь сейчас подберу, какую поставить. Поставим вот эту. Она как раз подходит. Так, еще мельче есть. Мельче это я вот сюда вот поставлю. Заменю. Это вот на самый кончик заменю. Крупнее нет. В принципе, тоже такая же система. Ладно, будем сейчас избавляться сначала от старых. Для этого что нам, зажигалка нужна будет, чтобы избавиться. Ну вот, ножик может срезать. Попробую сначала зажигалкой снять вот кончик. Попробую нагреть. Да. Что-то у нас тут не то. Обычно зажигалкой они снимаются. А это что-то пластик. Начал сам кончик плавиться. Так, придется его обрезать. Ничего страшного. Все равно выкидывать. Будет короче маленько. Мешалься беру. Все, избавились. Сейчас примерим новый хвостовик. Сейчас маленько его обточу, чтобы он зашел. Потом буду заклеивать. Взял вот такую пилочку для ногтей. Сейчас кончик заточим, чтобы заходило. Вот так вот. Все. Все достаточно. Все, клеить буду. Супер клеем. Самый конец. Все. Одеваем. Прикрепляем. Все. Сам кончик, чтоб где? Царапины были, тоже промазать. Так вот. Все, кончик мы сделали. Сейчас он застынет, но уже все, наверное. Так, сейчас будем
их-то звено уже греть не будем, а то вдруг сам пластик опять. Попробуем так срезать. Ага, все. Сошел. Все лишнее. Берем. Ну нет, это стекло. Карбон. Он не должен быть, плавится. Значит, там кончик наш вылез. Был короткий. Ход, и все. Я думал, до конца было, и там шум пластиковый начал гнуться здесь. Нет. Так что это стекло. Оно не плавится и не гнется. Все. Зачистили здесь это место, где сняли. Подбираем колечко, которое нужно сменить. Так. Так вот ставим. Берем ниточки. Прокручиваем. С одной стороны, теперь с другой. Смотрим, как встало. Маленько неровно. Сразу направляем. Все. Так стоит. Все. Можно проклеить клеем, суперклеем, секундным клеем, как его. Потом можно еще другим способом. Так, вот так вот проклеили. Если нету клея, есть лак для ногтей. Желательно взять черный по цвету. И воспользоваться им можно. Но это я все равно еще поверхности нанесу на клей лак, чтобы уже было. Обтекаемый. Сейчас остынет.
подождем, когда высохнет. Так, все, клей схватился, затвердел. Теперь берем лак черный для ногтей. Не УФАУ, а можно УФАУ, только надо будет лампу. Лампу ставить. Такой обычный цитони. Все, вот так все концы, чтоб не мешало леске влетать, нитки. Так, прокрашиваем все. Вот так вот как-то будет выглядеть. Сейчас застынет. Все, можно будет идти на рыбалку вечером уже. Почти как здесь. Но это я так неаккуратно, по-быстрому, чтобы показать. Потому что на так делать можно и дольше, но на видео надо побыстрее, чтобы было. Самое главное, что понятно, как делать. Можно было там ниточку к ниточке. Все аккуратно прикрутить, закрутить. Можно было бы сразу лаком пройтись, конечно. То же самое держалось бы. Два слоя. Все как-то вот так. Вот. Сделал кончик, все засох уже. И здесь. Все, удочка готова. Все кольца на месте. Так что можно будет ехать на рыбалку. Так, сейчас еще возьму. Здесь вот кольцо сменю. И вот на этой удочке тоже сменю кольцо. Тоже этим же методом. И покажу, как это выглядит. Так, пробуем на этой стороне. Ага, все. Ощущаем. Нагреваем. Нагреваем, ощущаем, короче. Тоже там нитки были. Все. Так, тоже берем запчасть, управление. Тоже таким же методом меняем веревку. Закручиваем нитку. Так, вот срезал вот здесь просто ножиком. Поверху срезал так аккуратно лак с ниткой. И вот это все просто убирается и все. Потом разматываешь вот эти оставшиеся нитки. Все, теперь закрепляем одну сторону. Конечно, у некоторых есть станки специальные закручивать, но у нас станков нет, мы все делаем с помощью наших рук. Все, с одной стороны закрепили. Делаем эту сторону тоже.
Нитки много не обязательно. Самое главное, чтобы держалась, проклеилась. Она и так будет держать хорошо. Так, смотрим. Кольцо, чтобы совпадало. Маленько повернем его. Все идеально. Все, тоже проклеиваем. Суперклеем. Вот, более надежней, чем лак. Лаком просто можно поверхностно подкрасить, чтобы не видно было вот этих ниток. Ну вот так и ждем, когда засохнет, потом прокрашу еще поверхность, и все будет готово. Сейчас клей быстро засыхает, буквально каких-то 5 минут.